С Антохой уже на Кубани. Фонечка, сыночек. Ой, Фоня сегодня со мной спал, сынуля. А уже время что делать? Улыбаться? Да. Ну, улыбайся. Нет, время еще поспать. А я думала, время улыбаться, сынок. Ты будешь улыбаться? Ну, не знаю. Ну как ты не знаешь? Ну-ка улыбнись-ка маме. Вот так? Нормально так тебе спать с улыбкой? Да. А глазки открывать ты не пробовал? Там уже солнышко проснулось. Посмотри. Ой, так и лезь вон под одеяло. Ты чего сюда-то прилез? Вон твое одеяло. Лезь туда с Гришкой, обнимайтесь. Вон до Гришки лезь. А вот нормально тебе? А вот здесь вот вон тепло. Вот здесь тепло. Сони мои, вставайте. Там у тебя сетка дырявая. Где? Там. А вот здесь? Да. Ну, ничего страшного. Дети уже 7:20. Дети. Мне что, опять писать, что Афоня опоздает в садик? Да. Наш неизменный летний завтрак. У меня яичница с помидорами такая жидкая. Вот, а у Антохи перемешано. Антоха тут уже печенье поел. Вот чаек. В общем, всем приятного аппетита. Мы завтракать. Я уже дома, зашла в Пятерочку, купила наш любимый хлеб для тостов. Вот. Будем делать тосты с авокадо. Сейчас так карточки, как всегда, раздают, и я их выкидываю. Либо дети берут поиграть, и потом я их выкидываю. Так, вот этот вот рис супер басмати, он такой вкусный, вот прям очень вкусный. Сегодня будем с детьми варить. У нас сегодня куриная грудка с соевым соусом и с вот таким вот рисом. Будет что еще? Так, купила желатин, это для... Желатин буду завтра делать с маршмеллоу ромашки. Вот три пакетика. Что еще купила? Пряники тульские. Мне так захотелось. Вот два штучки. Один с фруктовой начинкой, другой с вареной сгущенкой. Я их потом просто порежу. Надеюсь, что дети тоже будут. А яйца мои любимые, вот эти вот лето. И персики. Очень захотелось. Вот в Пятерочке 140 рублей. Вот несколько штук взяла, чтобы сразу скушать. Ай, забыла. Авокадо же еще купила. Такой мягкий вообще сейчас. Пятерочки, поэтому купила авокадо и будем сегодня делать тост с авокадо и с помидорками. У меня сейчас перекус, авокадо, тосты жарятся. Сейчас авокадо разрежу напополам, достану косточку и мякоть вилкой помну. Вот что получилось. Авокадо, соль, перец, петрушка. И тосты готовы. Сейчас сюда сверху авокадо и помидорку. Ну что, вот такой вот у меня перекус перед обедом, пока мальчиков нет. А обедать уже буду с ними. В общем, Гришка мне вчера купил еще вот такой фитнес-батончик. Два бутера, вода. Персики уже попробовала. На самом деле в Пятерочке они не очень вкусные, кисловатые, нету сладости. А на обед я буду готовить куриную грудку, маринованную, как мои дети говорят, как в Макдональдсе креветки. Вот. Порезала ее полосочками, такими вот разными. И отварю вот такой вот рис. Так, смотрите, сейчас буду мариновать куриную грудку. Вот по вот этому вот рецепту. Помните, что я скачивала? Ну, вернее, заказывала под себя, в общем, на обед. Но сейчас все расскажу. Здесь у меня килограмм грудки, и здесь рецепт на 250 грамм. Получается, что нужно для маринада. Так, 250 грамм куриного филе, но здесь у меня килограмм. То есть мы увеличиваем все продукты. Соевый соус, здесь по рецепту 2.
Ложки. Ну, у меня, соответственно, будет тогда 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, 8 ложек соевого соуса. В общем, неважно какого, да? Так, теперь берем мед. Нужно 44 грамма меда. У меня майский, уже свежий этого года. Будем сейчас добавлять. Сейчас я возьму ложечку. Сейчас его добавим. Включим весы, чтобы все взвесить. Это будет примерно 2 столовые ложки. Ну да. Как раз 2 столовые ложки меда получается. Так. Убираем. Так, что у нас еще? Чеснок, растительное масло 16 грамм. Сейчас возьмем. Получается 64 грамма растительного масла. Так, все. Масло налили. И останется, что мне еще чеснок, да? Семена кунжута, но у меня их нет, поэтому я их и добавлять не буду. Сейчас чеснок выдавлю сюда. Ну, получается 4-5 зубчиков примерно. Все это перемешать и замариновать в курицу. Все, давим сюда чесночок. Я прям побольше. Потому что я люблю чеснок, тем более он молодой, он ароматный, но не такой остренький. Но аромат от него будет очень вкусный. И все, из специй больше ничего, наверное, добавлять не буду, да? Может быть, еще немножечко подперчу. Ну, вот так все. Все, соус готов. Сейчас буду им заливать курочку и буду ждать. Жарить буду прямо перед самой подачей, потому что курица жарится вообще там за 5 минут. Так, всю курочку отправляю в холодильник, а пока буду варить рис в пакетиках, как написано по инструкции, в общем. Опять Антошка пьет. Гриш, но сегодня ты будешь. Завтра он. Или завтра твоя очередь, да? Завтра или навсегда я буду, и утром, и вечером. Гриша, ты пожалуйста, так ты быстрее ходи. Ничего не знаю. Как это ты ничего не знаешь? Кто первый, Гриша? Ничего не знаю. Я ж не знала, что ты... Мелкий, я первый начал.
Первый туда садится вообще. Но они первые туда сейчас сели. Они мелкие еще. Ну ничего страшного. Ну можно пристегиваться, а я не буду расстегиваться. А ты тоже пристегивайся. Все, мы дома. Сейчас только видели аварию, да? Какая-то, я не знаю, что это было, или Ауди. Ауди или Мерседес, она чуть в нас не врезалась. Нет, Ауди в Мерседес. Да, Ауди в Мерседес врезалась, но в нас сначала эта Ауди чуть не врезалась. И мы пока разворачивались через секунду. Вот это было, да, наверное, было бы больно. Вот это было бы вообще неприятно. Ну там не сильно, но неприятно там. Нет, а там у нас какой-то багажник, вот так вмятина у него. Ну да, да, ну хорошо, что не в нас, что мы, слава богу, объехали это все, да? Так, все, пошли. Чтобы или кто-то из нас пострадал. Угу. Ой, тут малинка от соседей уже поспела. Да, Жора. Гриша. Мама, уже... это наша? Ну, та, что на нашей стороне, наша. А та, что на ихней стороне, ихняя. У них тут куча черешни, но они ее не рвут. Она пойдет ведь. Угу. Так, а мы смотрим Бетховена. Мы сейчас ставим на паузу, потому что хотим пойти покупаться. Так, на паузу все. Идем купаться. Гриша! Он молчит, маляк. Так, все, сколько у нас? 2:15. Бетховен на паузе. Идем купаться в бассейн, потом дети досмотрят первого Бетховена. Класс, сейчас идем освежаться, потому что на улице... Красота. Очень жарко. Очень жарко, да. Вчера вот мы и не купались, да? Ну что, будем открывать? У нас вода опять зеленая, да? Не зеленая какая-то. Но уже грязная. Надо, короче, фильтр. Ну, мы ж, я не знаю, он ночью работал? Нет. Ну, тоже надо же было ночью включать, а мы, короче, проспали. Ну, все равно открывай, будем купаться. Да. Так, Гриша остается еще купаться. А мы? Мы уже вылезли. Мы с Антохой уже накупались, да, сынок? Бабушка с дедушкой уже приехали, я сейчас иду вязать. А Гришка еще здесь. Ну все нормально с водой, то мы просто панику подняли. Ну мутная, но мы сейчас... У нас и в этой вот в плавающей штучке ничего не было, никакой таблетки, она уже растворилась. В да, в поплавке. И насоса не было, поэтому мы все-таки включим насос. Ну, он не работал. Так, а я сейчас беру ведерко и иду собирать малинку. Гриша бьет мух. Зараза, это муха. Так, ну что, идем начинать собирать малину. Дети пылесосят, потом хотят еще до бабушки поехать. Все, начинаем. Ну здесь же где-то. А что он здесь? Ну тетя Вера его забрала. Я хочу сейчас. Мы можем покупаться и купаться. Да
Вы что? Ой, Колечка. Ку-ку. Это мы сами делаем. Кто тут уже такой покупался? Я. И будет еще купаться? Да. Не свои трусы у родственников, да? Да? Это чьи трусики? Это не Афонина и не Антоша. Мои. Да? Это ж твои новые. Покажите же бассейн, Коля, где ваш бассейн? Коля, где бассейн, Коль? К нам приедут купаться, я говорю, почему к ним едут? У нас же тогда не было своего. Пошли показывать, где у вас бассейн? Пойди за Колей. Он похож на наш или нет? Да. Похож или такой же? Такой же. Мы будем еще раз купаться. Только я со слаймом. Да, мам. Он такой же, как у нас, точь в точь. Такой же, как у нас. Нет, он не такой же, он такой же, только с перламутровыми пуговицами. И у нас такой. И даже есть там, ну, давайте купаться, если хотите. Антоша, ты не хочешь?